Вот так мы разгораемся. Тут круговой ветер. Он со всех сторон идет. Я упертая. Оно все равно будет гореть. Сейчас разгорится, будет хорошо. Прикольно, что сегодня купала. Я не следила за этим. Все, теперь уже открываем дороги. Красиво открываем, ароматно. С решеткой сейчас все соединяется. У меня воодушевление очень сильное, очень яркое ощущение. Счастье, эйфории, масла тоже дают свое. Кстати, многие из них афродизиаки. Все. Конечно, не стоит оно так, как я хотела. Спасибо ветру. Но все равно это не забываем. Пусть все препятствия, закрытые дороги и замки уходят. Там внутри ключ. Не серебряный, как будет в следующий раз. Пока нарисованный, но ключ. 113 столбиков света сейчас соединяются с моей решеткой эфирных масел по всему миру. И дают воодушевление, радость и счастье для того, чтобы эти пути еще были пройдены весело и счастливо. Сегодня же еще день Нептуна, как я прочитала. 27-й лунный день. Купала тоже с водой связана. Там внутри еще масло ламинария и амбра. А это секреция китов. Сейчас у нас здесь все стихии получаются. Эфир, воздух, земля, вода и огонь. И это действительно так. Кристальные решетки эфирные. И очень-очень тонкие изысканные ароматы. И еще очень мощные драконьи формулы Сэма. Для чистки световых тел. А все свечи и внутри, и снаружи с чертополохом. Для меня это свечи с чертополохом самые сияющие. И вот солнце еще. Тут духи моих животных. А там еще соли много. Там он уже стоит на перекрестке. Из свечей, там я сделала перекресток, Геката, богиня перекрестков. А внутри ключ. Колеса Гекаты там внутрь уже ушли, вместе с Райдо, с открытыми путями. Оно так как 500 раз падало, это уже перепоясано, как получилось, чтобы просто стояло. Но вот по четырем сторонам света, рядом с цветочками, формула Сэма, открытие путей и победа. Формула Сэма, в принципе, активирует энергию внутри самого человека. Это не какое-нибудь там прогибание пространства. Это открытие своих внутренних потоков, резервов, для того, чтобы понять, куда идти, для чего идти, кто мы. Что мы собираемся сотворить в своей жизни, чтобы быть счастливыми, окрыленными. И порхающими, искристыми от радости. Просто почувствуйте то, что я сейчас чувствую. Меня ароматы очень поднимают высоко. Вот сейчас есть дым, да, а все равно ароматы абсолютов. Там тубероза, ут, ярче всего османтус и розовый лотос сейчас пахнет. Ах, как это сладко. Такой медовый воск стекает. Воск, кстати, с ароматами полыни и шалфея. Лекарство. Мои любимые факелочки.
так как свечи 500 раз падали, у них сейчас такой слепленный вид уже, и у этих формул не имеет значения. Начало там я снимала, каким оно было эстетичным. А сейчас это один гигантский факел, многомерно. Так, что у нас тут? Кстати, дружок, вернем догорать позже чуть-чуть, когда все прогорит. Прикольно, что сегодня купала. Я обычно в него снимала медитации в этот день. У меня мама 8 числа родилась, и я помню про купальский день. Я обычно и купальские розы собирала. Было время. Ого, какие накидки у нас на формулу, кстати, психических атак. Огонь будет менять свою вибрацию, когда дойдет до формул. Много раз проверялась сэмовские формулы. Даже фитиль, ну здесь фитиля мы не найдем, но даже фитиль выдавал совершенно, вот дракона выдал на Розенроте. В месте прогорания формулы. Я, правда, их не на бумаге рисую, обычно, а на самой воске. Просто здесь это было незаметно слишком. Во время прогорания огонь другой, поэтому я сделала несколько ярусов. Вначале сгорела просто руна Райдо, и открылись пути просто потоком движения. А сейчас уже преграды, вон, начали гореть формулы. Преграды, которые мешают. Я их путем диагностики находила. Не просто от ума нашла, а из, скольки там, 30 формул у меня пока на карточках нарисовано, из 30 формул выбирала. Кстати, формула вон очистилась от воска и только сейчас загорается. Интересный эффект. Внутри там жизнь огня. Рождается энергия для нового движения. Пусть растения всего мира, каждая травинка, каждый столбик света вдохновляют, сливаются, собираются все эти решетки и помогают каждому смотрящему открыть дорогу и идти по ней. Легко идти окрыленно вот таким сияющим мастером в любом задуманном деле. Финансовые дороги пусть открываются, творческие, в любви, в партнерстве, в истинных партнерствах, без манипуляций, там, где родство душ, там, где счастье, там, где радость слияния, там, где люди свои, своей душой. Формулы горят, и огонь другой, драконы чувствуются. Не знаю, кто с какой чувствительностью, но сейчас пламя совершенно другое. Работают формулы Сэма. Тихо, не падаем. Держимся. Придется придерживать. Совершенно другой поток. Огонь пошел не Авалона, а мощь пошла. Мощь дракона. Она любящая, но мощь. Не падаем, пожалуйста. Ну, не знаю, меня аж поднимает. Вот это как птица Феникс, как пламя, реально как дыхание дракона. Что-то очень силовое и мощное. Если учесть, что там отжигается низший астрал и горит сейчас, и чертополох в том числе, то тут у меня веселое зрелище действа. Ты посмотри, одна не хочет отдельно гореть. Пожалуйста, стань на место. Хотела цветочки успеть убрать.
Нет, она не хочет идти ко всем. Посмотри, какая упертая. Встань, пожалуйста, на место. Сейчас все завалится. Так, цветы я точно уже не уберу. Сейчас будем ловить их все. Раз.